Всем привет, ребята! И, господи, мы вернулись! Мы вернулись в 5 ночей с Фредди 2. У меня как раз есть одна тактика. Причем тактика стопроцентная, надежная, как швейцарские часы. А еще у меня наконец-то пропали эти зеленые глюки, которых вы не видели, а я видел. И это очень раздражало. И теперь, наконец-то, можно нормально поиграть. В общем, эту тактику я посмотрел на канале Frost Games. Там он просто материл всех аниматроников, посылал куда подальше и светил только на конкретно. Видите, я же сказал вам, что первая ночь не будет проблемы. Действительно. Ну, теперь я уверен, что вы заметили старые модели, которые сидят в задней комнате. Они со старого помещения. Мы просто пустили их на запчасти. Сначала была идея можно их отремонтировать. Сидеть пока что их вот даже так начали модернизировать новыми технологиями. Но они были настолько уродливые, ну, вы понимаете. И запах. Так что компания решила пойти совершенно в новом направлении и сделать их супер дружелюбными к детям. Ну, старые модели не должны ходить вообще. Но если они это сделают, то Фредди считает, что у них за главное. Я так понял, мамбл любит внимание. Используйте маску Фредди. Любит, когда... На них это должно сработать. Пошел Бонни. Я люблю этих старинных персонажей. Вы когда-нибудь видели пиратов Фокси? Ой, подождите. Ах, да. Фокси. Да, Фокси. Слушайте, он всегда был немного нервным. Нервный пацан, я не уверен, что трюк с головой Фредди защитит вас от Фокси. Если по какой-то причине он активируется в течение ночи, и вы увидите, что он стоит в дальнем конце зала, просто светите фонариком на него время от времени. Старые модели всегда дезориентировались от яркого света. Это приводит их к перезагрузке системы. Ну или что-то в этом роде. Но если вы захотите, то можете поискать этих персонажей на камерах. Это может удержать их на месте на несколько секунд. Может быть, на некоторых новых моделях это тоже сработает. Еще одна есть. Не забывайте про музыкальную шкатулку. Я буду честен, я никогда не любил кукол. Этот всегда был таким. Да блин, не надо думал, светить может наоборот. Пойти куда захочет. Так, пошел Бонни. Я не думаю, что Фредди сможет его обдурить. Так что просто не забывайте про музыкальную коробку. Но Бонни еще не в вентиляции. В любом случае, я уверен, что это не будет проблемой. Ну и спокойной ночи. Хай! Я поговорю Нет! с вами завтра. А, его тут нету. Понятно. Ну все отлично тогда. Ой-ой. Ой-ой. Вы же помните, что потом? Все началось. А нет, еще не началось. Еще все нормально, спокойненько. О нет, этот ветер. А! Ха-ха-ха! И чё мне делать? С одной стороны, ха-ха-ха. Да блин, хватит блочить мне фонарик. Вот ха-ха-ха. И теперь нужно взять быстро маску Фредди и одеть ее, чтобы он меня не заметил. Да блин, Фредди! Да блин! Да блин! Что ж вы такие? Иди отсюда! Понятно. У меня блочится фонарик, когда... Когда он уходит. Движение аниматроников я не могу видеть. Как вы понимаете. Нет, 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 не выходи. А
Опять этот Фокси лезет. И Чика! Все, мне трындец. Прикиньте, пощадили. Обалдеть. Так нет, не надо светить на мандал. Она наоборот, по ходу дела, любит, когда на нее светят. Она любит быть суперзвездой. Да опять ты пришел. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, как это весело. Иди отсюда. Вот, все пошли вон. Смотрите, эта тактика работает. Я просто ни на кого не отвлекаюсь. И в то же время отвлекаюсь абсолютно на всех. Видали? Это крутая тактика. Но пока что никто не лезет, и можно передохнуть от этих скримеров. Ё-ма. Идёт. Я накаркал. Где ты там? Так. Вот он мордой своей светит. Нет, ха-ха-ха. Да контрол. Контрол нажми. Дурак. Меня съели. Нет, надежда еще есть. Надежда умирает последней. Медведь. А что с медведем-то делать? Смотреть на него или нет? Ха-ха-хашечка, пошел наш любимый. Все, осталось всего один час. Обалдеть! Вы это видите? Мангал наверху! Он наверху! Вот что это за звуки! Да, ребята, мы смогли. Ох, надо бы поблагодарить этого Фроста в комментах. Потому что он посоветовал мне обалденную тактику. Просто не отвлекаться ни на кого конкретного. И смотреть на всех. О, смотрят на меня косым взглядом. А это вообще упирается мне своим клювом. Обалдеть. Мы смогли. Погодите, я же Фредди. Я Фредди. It's me. Было написано. Это я. Так говорит у нас Фредди. Здорово всем, неудачники. Привет. Ну-ка. Привет. Идите. Что скажешь? Я ведь сказал вам, что у вас не будет никаких проблем. Никаких? Фокси когда-нибудь появлялся в коридоре? Наверное, появлялся. Нет. Мне просто было любопытно. Как я уже говорил, раз. Он всегда был моим любимцем. Они пытались переделать его, ты, наверное, знаешь. Они думали, что первая модель была слишком... страшно. Поэтому они переработали ее. Чтобы была более приятной для глаз ребенка. Да вот он прямо. Посмотри. Ее в детскую бухту. Малышей оставляли. Они развлекались. Ну вы знаете. Дети такие дни не могут просто держать себя в руках. Персонал должен был буквально восстанавливать Фокси снова и снова после каждой смены. Так что в конце концов они прекратили и оставили ее. И сделали игровой уголок разобрать и собрать. Чего? Теперь она просто набор частей. Я думаю, что сотрудники относятся к ней просто как к мусору. Прежде чем я уйду,
Я хотел отметить ваши сомнения о таких слухах, возможно, о которых вы слышали. Нет. Лично заверить вас, да что, что бы ни происходило там... Чего? Я же включил! Но тем не менее мы прошли вторую ночь. Короче, я тут немного труханул и забыл совсем про шкатулку. И меня съела эта марионетка. Я реально не знал, что она такая быстрая. Тем не менее, мы знаем, как теперь с ними сражаться. И знаем, кто же такая эта Мангл, которая висела у меня на потолке. И это было очень жутко. Короче, Мангл это... Вот почему она отвечает за игры. Потому что ее собирали и разбирали дети. Вот почему она выглядит так стрёмно. Обалдеть. А-а-а! А теперь мне что делать? Господин фон Гай? Хай. Еще и Хай лезет. Мне нужно отвлечься. Я сейчас смотрю в пол. Вот. А теперь вот так вот. Старые модели не должны ходить. А, как же вы не понимаете, старые модели не должны ходить. Старые модели не должны ходить. Фредди у них за главного. Фигово они слушают своего главного. А, вот. Все. No problem. Отлично. Отбились. Это было страшно. Да не надо фонарик тратить. Отлично. Отбились. Это был старый Фокси. Вот фу, блин. Короче, из этой... Знаете, почему я запутался? Язык мой запутался. Ага, уходит. Отлично. Потому что мне... Мне этот фон Гай, ну, пацан, который говорит по телефону, сказал, что... Игрушечный Фокси — это Мангл. То есть Мангл — это... Даём и осветить на этого. Четыре часа! Отлично, он уходит. Ё-моё! А! Вот это было неожиданно, товарищи! Товарищи граждане моего канала! Это было реально неожиданно. Чика! Старая Чика! Старая Чика! И старый Бонни! То есть старый Бонни, он может даже по вентиляции ходить. Мне трындец.
Но тем не менее, видите, наша тактика работает. Да, я это повторил уже несколько раз, но как бы тактика-то работает. И это очень круто. Мы дожили до 4 часов утра. Ну то есть, утро ночи. И это классно, что мы наконец-то освоились и понимаем, как в это играть. Как же это хорошо. Но я не ожидал, что... Кто-кто, а вот Чику я не ожидал увидеть старую. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки для продолжения этой игры или же рубрики. И всем пока!